Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Конец сезона у нас будет через 4 дня 20 часов. Отлично. Ну, а сегодня пойдем по ежедневкам, как всегда. Сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Нанесите 20 единиц урона героям Нептусью и разыграйте 2 растения со способностью команды. Ага. Так, значит, будем играть за Нептусь. Сразу же, возможно, там и зомби будем вызывать. Так, Нептусь, ты где у меня? Вот она. Так, можно глянуть, что у тебя там за колода? Ага, Нептусь у нас на пиратах акцентик делает. Давай попробуем. Давай попробуем за нее сыграть. Там она будет призывать 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов, да, еще? Условие такое есть. Так, 645 кристаллов, как ты видишь, у нас. Нам нужно еще 300, сколько там, 355 кристаллов. Что-то как-то долго у нас соперник ищется. Ага, есть. Так, это у нас орех в доспехах, 28 уровень. Окей. Так. Ну, в принципе, пойдет. Первого хода нет. Есть второй ход. Ага. Орехи. Что бы это могло значить? Неужели через пиколит он будет работать? Давай так проверим. Сейчас орех будет, да, наверное, ставить свой. Да? Вот так вот ты решил, значит. Есть у тебя могилоед, парень? Это тебе не поможет. Так, здесь придется, наверное, нам прятать, я так понимаю, или как? Или откидывать? Или откидывать, или не откидывать. Давай сделаю так вот. Хм. Ты серьезно сейчас? Ты решил, парнишка, на хилах, значит, поиграть, да, мне? Вот ты как, значит, делаешь, да? Давай сюда поставим. Ага. Перемещает. Куда ты перемещаешься? Сюда. Погнали. Ну, допустим. Что у нас еще? О, хорошая, ребята, карта. Сделаем-ка, наверное, вот так. Смотрим. Ох ты. Так, что же можно сделать? Проверка.
Так, уничтожает зомби. Гриб. Так, ну что, этого выкидываем, да? Поехали. У него может быть защита сейчас, либо родник. Родник все-таки тратит. Все-таки он потратил родник. Ладно. Что если я сделаю так и вот так? Так, орешек задумался. Да-да-да, я знаю, что у тебя есть этот охламон. Поехали. Так, не забываем, ребята, что у него есть защита. Вот сейчас он ее, наверное, поставит, да? Или орех все-таки влепит? Что он сделает? Если он... Все. Значит, ему выпал орех. Хотя я не понимаю, он бы мог этот орех поставить на воду. Там же идет... Подожди, а там идет орех? Нет, ребят, там не водный орех. Там обычный орех, он ставится только на сушу. Так, ну что, хоп. Блин, 20 единиц урона мы... Нет, разыграйте 2 растения со способностью команда. Блин, а мне за нет, то есть надо еще играть. Ну ладно, давай попробуем сыграть. Глоточек кофейку. Бодрит. На самом деле я кофе не пью, я пью цикорий. Я вам советую, кстати. Очень полезно. Так, ну что? Опять что-то мы ждем с тобой очень долго. Опять мы ждем очень долго нашего оппонента, нашего противника. Нашелся, неужели? Так, опять это у нас гриб. Ой, тьфу ты, гриб. Опять это у нас в доспехах орех. И на этот раз 30 ранга. Окей. Ага. Слушай-ка, ну вот это неплохо. Он вызывает стенорех. Что мы можем сделать? Мы можем попытаться пробить ему этот орех. Ну, хотя бы 3 урона нанести. Уж не знаю, что он там, на чем он там будет играть. Давай так вот проверим. Вот видишь, что делает? Поехали. Давай сюда поставим. Фонарь. А чё ж ты фонарь не стал ставить сюда-то? Интересно мне знать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блин, что сделать-то? Дай-ка я, наверное, так вот сделаю. Стоит ли мне его сюда ставить? Пока, наверное, нет. А вот этого, наверное, да. Блин, с картами-то у меня, ребят, вообще какая-то проблема. Ну, я уже нанес нужное количество урона, сколько мне там требовалось. Так, ну что, этого выставим, да?
прокачивает. Ага. Замораживает, но это не страшно. Мне главное вот этого гаврика отсюда выкинуть. Поехали. Эть, сработала защита. Ну и что там думать-то? Чего ему там выпало? Орех он может поставить. А, он... Зачем? Ну ладно, фиг знает, ребят. Вот решил он вот так вот сделать. Так. Давай проверим. Ну, естественно, он сейчас проставит свою крахмал. А я крахмал сразу бомбану, ребят. Все, да? Молодец. Крахмал отсюда убираем. Что там пробубнил, непонятно что. Прихрехтел, так скажем. Ну, давай так сделаем. Хилочку. Хилочки-то плохо, друзья. Блин, мне никого поставить пока. Ты заколебал уже, а лезть. Да, вот это ты зря сделал. Нафиг он это сделал, я не понимаю, ребят. Тупанул одним словом. Так, ладно. Тут уже, блин, не до шуток, ребят. Поехали. Что он делает? Перемещает? Думаешь, это тебе поможет, что ли? Я не пойму. Погнали. Блин, этот мы не уничтожили. Ё-моё. Вот это, кстати, круто получилось. Угу. Так. Блин, этот говнюк все равно отхиляет же, да? Так, кого бы нам... А ну вот этого пока. Поехали. У нас же должна защита будет сработать? Должна. Так. Thank you.
Так, ну я так понимаю, у меня тоже там с картишками не особо-то хорошо все, да? Поехали. Этот, конечно, сейчас ему тут понаплодит, блин. Вот вытягивает сейчас ему. У меня все, ребят, карт больше нету, к сожалению. Так, мина, да? Но мина нас не возьмет. Блин, он сейчас еще возьмет, ребят, защиту. Неуязвимость, да? Насколько я могу понимать, у него сейчас стоит. Ну, не стоит, он вытянул неуязвимость. Ну что мне вот от этого пирата, ребят? Ну, серьезно, блин. Куда он его поставил? Мне, чтобы он его... Ну, он сейчас так проиграет. Так. Так. И так. Ну, я не знаю, друзья. 30 ранг, ну, должен как-то соображать-то. Куда ты его поставил? Надо было на ландшафт его ставить хоть. Ну, ладно. Так, разыграйте два растения со способностью команда. Два растения со способностью команда. Блин, у кого у нас там есть растение со способностью команда? У Зубастизилы, у нее же, по-моему, вот эти вот... Что это? Вот это же команда? Или вот это вот? Я знаю, что орехи, по-моему, у нас идут со способностью команда. Только вот это вот. Вот, видишь, способность. Команда. Потом че, только они, что ли, у нас? А вы нет? Нет, тут прочерк эволюция. Это шаманство. Кстати, у нас карт, по-моему, дофигища. Можно распылить лишнее. Дай-ка я гляну. О, доп карту утилизирует. 1265 энергии. И общее количество сколько? 1570. Мало. Мало, ребят. Одна легендарная карта стоит 4000 энергии. Я не знаю, ну давай, блин, за орех, что ли, сыграем. Вот за этот. Вот ты. А во, команда, шаман, все, ребят, вот за него и поиграем. Поехали. У него, кстати, тоже крахмал есть, он, по-моему, тоже идет со способностью команды. Вот это вот, конечно, блин, ну ладно, фиг с ним, пускай будет. Что я сейчас сделал? Трындец. Даже не успел поменять. И команду не ту взял. У меня этого уже растения давно нет, я от него отказался. В пользу гриба взрывного. Так, ну тут мистер Гморк 30 уровня он. Ну, этот зомби, я знаю, на чем, ребята, будет. На доборах. Возможно, на кровавой луне. В общем, все в таком духе. Больше вариантов нет у него там играть. А у меня первого хода нет. Единственное, что можно прикрыться, но я сейчас не собираюсь это ставить. Этого, если я поставлю, он его сразу уничтожит.
Ну ты хорош, хорош, хорош парень, ё-моё. Пугать-то так. Интересно, а вот это растение у нас команда? Нет, тут малыши какие-то. А вот этот? А вот это команда. И это, по-моему, команда у нас, да? Тройной орех. Так, посмотришь, как будто не тройной орех, а тройной клубень. Так, что он там делает? Ага. Он взял себе две карты. И вот это вот... Не хочу ругаться, но это настоящий мозга... Понимаешь, да, кто? Я опять же, ребят, ничего сделать не смогу. Я смогу только поставить тройной орех, вот этот вот, а потом пим-пим. Но опять же, смысл ставить их, но они получат 3, плюс 3 к атаке. Сразу же. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, сейчас посмотрим. Что он, этот мистер Гморк, будет делать. Давай, я знаю, что у тебя заклинашки есть. Ты сейчас поставишь своего пришли этого зомби сюда куда-нибудь. Или вот сюда. Вот этот цветочек хороший. Он у меня Так, что он там делает? Ага, он берет доп. Энергию. Значит, косит под дурачка. Все он там знает, все он там может. Он же 3 малыша, да, ставит? Вперед и по бокам. Ну да. Вперед и по бокам. Так, интересно, что у него там? Доборы. Блин, ну давайте ему карты добирать тоже как бы не вариант. Верно? Если я поставлю его... Давай так попробуем поставить. Пускай он тратит свои заклинания, которые там у него есть. Они даже должны быть у него. А, видишь, добор пошел. Пошел добор. Так, ага, размещает зомби. Я же говорил, что зомби у него должен быть. Вот как он делает. Ладушки. Кто там у него сейчас выползит? Да иди ты в пень, а. Кто там у тебя может быть, а? Что если я сделаю вот так вот? А он один только лишь? Будем ставить этого? Кто там у него может быть? Вот что меня интересует, ребята. 7 энергии еще к тому же у него. Давай смотреть. Ага. Так, мозги.
Мозги. Что-то тут нечисто. Ландшафты по-любому надо менять. Ага. Так. Что бы сделать-то, а? Блин, а у меня не хватит, да, прокачать, получается? А-те-те-те-те. Я сделаю так и вот так. Поехали. А почему он вот этого не... Почему он этим не сделал выстрел? Я что-то не могу понять. Ага. Кажется, я понял. Что ты там затеял, а, парень? Что ты же затеял, да? Я, кажется, понял, что он затеял, ребят. Он их хочет превратить. Точно. Он их хочет превратить в зомби. Через кровавую луну. Точно. Да. Окей. Так, этот наносит 6 единиц урона, да? Ну ладно, бомбим тогда. Смотрим. Вылез. Так, у него может быть еще одна кровавая луна. А может даже не одна. Так, шаманство берет. Так, что же нам сделать? Если я поставлю этого потом на отхил, это же нормально будет? Ну, я имею в виду, через вот это растение, если поставим. То есть, ставим его сюда. Твою налево, блин. Понятно, сейчас он делает добор, там что у него там еще есть, блин. Смотрим. Че-то он там мутит. ХП, блин. Так, мы... Вот что вытворяет.
Вот что он, значит, вытворяет, да? Ну, допустим, допустим, ребят. Погибает. Что, сейчас у него остается там добор, насколько я помню. Хиляемся? Хрен там хиляемся. Я, знаете, что тупанул? Надо было вот этот орех ставить сюда. Если я сейчас поставлю пик... Как его там называть-то? Пили... Короче, пели-пели. Крышка, ребята, все, ему хана. А, блин, нет, не хана. Мы сейчас залечим себя быстрее, чем нанесем урон, блин, вот в чем проблема-то. А хотя ты знаешь, этого и этого, да? И будет зашибись. Да? Хрюкала. Ты заколебал, а? Блин, надо было ставить вот этого и не париться, блин. Ладно. Сейчас будем бомбить по нему. На! А, у нас все здоровье, у нас здоровье все было полностью. Бомбить не получилось. Ну, сейчас можем бомбануть. Нет, не получится опять же бомбануть, потому что мы поставим его, захиляемся и все. Здесь надо действовать, ребят, вот так вот. Опа, дождались, блин. Вся надежда на тебя, парень. Нет, хотя он не успеет, не должен он успеть, ребят. Мы должны пробить его. Блин, или он хильнется, я вот не помню. Успел, не шиша. Да, хороший бой для 30 ранга. Мне понравилось. Немножко тормозил, конечно, но видишь как. Я же тебе говорил, на гаргантюахах, на кровавой луне и на призыве будет работать парень. Так оно и получилось. Ну что, друзья, а на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.